свой праздник практически весь Ульяновск превратился в торжественную площадку. Живая музыка, вкусная еда, шествие детского парада цветов. И это лишь малая часть от намеченного плана. Площадку по душе сегодня может найти каждый. Для смелых горожан доступен аквагрим. Для почитателей истории и традиций родного края фестиваль, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину «Еду в Симбирск». Фестиваль развернулся в сквере Языковых. В интерактивной форме ульяновцы изучали детали путешествия русского поэта и драматурга. Вояж Александра Сергеевича в Симбирск считается самым длинным в его жизни. Тогда Пушкин преодолел почти 5000 верст, что по тем временам являлось огромным расстоянием. И по пути у него случалась масса приключений. То есть и он впоследствии описал это в своих произведениях многочисленных. Ну и, как известно, после этой поездки он собрал обширный материал о пугачевском бунте, который впоследствии отразил своей капитанской дочке. Атмосферу тех лет поддерживает живая музыка. Артисты исполняют номера в расшитых костюмах, словно перенося гостей на страницы любимых романов. Если же пройти ближе к набережной Волги, открывается вид на концертную сцену и площадки для детей. Наслаждаются праздником горожане с самого утра. Отмечают, сегодня даже погода подыграла спланированной организаторами программе мероприятий. Погода замечательная, люди веселые, довольные, ходят, улыбаются, все замечательно. Видите, как вам праздник, нравится ли площадки? Очень нравится, очень солнечно, очень радостно и много площадок, на которых можно себя реализовать. Одна из таких развернулась на главной площади города. Автомобильный инженерный фестиваль подарил возможность ульяновским умельцам заявить о себе. Все представленные машины собраны руками молодых людей, которые проявили смекалку и креативность. Это новый формат для города. Организаторы площадки готовились заранее. Ребята написали проект, выиграли грант и с 1 июня воплощают задуманное в жизнь. Данный фестиваль – это кульминация нашего проекта. Идея проекта заключается в том, что мы соединяем обычных ребят, которым интересны автомобили, с работодателями. Соответственно, в течение всего проекта работодатели пошли с удовольствием, откликнулись и пошли навстречу к нашему проекту. Фишка фестиваля – возможность войти в штат одного из ведущих дилерских центров города. Партнеры проекта выберут 3 лучших призера, чья задумка превзойдет все ожидания, и примут к себе на работу без испытательного срока. Это лишь малая часть праздничной программы. Весь день горожане смогут наслаждаться интерактивными площадками, побывать на концерте во Владимирском саду, посмотреть кино под открытым небом на улице Федерации, окунуться в мир колокольного искусства на территории Спасо-Вознесенского кафедрального собора и завершить праздник под искрами фейерверка на главной сцене площади Ленина. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Управда ТВ.